значит, выбрали, да, морф. Теперь нам нужно снять выделение с внутренней части. Вот мы его снимаем. Но так не получится, там мешают другие. Выделяли эту штуку. Вот она, походу. Ctrl-Shift зажали. Подсветили эту грань. Сделали ее активной. Вот и задвинули ее. А теперь топориком подрезали под внутреннюю грань крыши. Чтобы она не торчала. Не было всяких ошметков. Тыльный фасад. Штриховку и по грани этой штриховки клацнуть, создается морф. Еще там бред какой-то, неаккуратно как-то. Не важно, пока он единичной толщины, морф можно редактировать. Дальше редактировать можно только в 3D, то есть выбирать там эти грани, там это все такое. Вот создали эти планки теперь, чтобы ориентироваться. Ну и тут можно 3D отображение солнечной тени не показывать. Что-то поменялось? Нет. Прозрачность нет, солнечной тени не показывать. Возьмем и солнце крутнем. Солнце. Вот. Крутнем назад. Перейдем на перспективку. Вот. Чтоб видно было. Значит, желтый. И смещаем до конька. Есть уже. Ладно. Давай дальше. То есть и остался у нас вот этот вот правый. Вот правый фасад. Значит, прямоугольник здесь. С углом
поставить.